Хей, hey, okay, сегодняшний мы продолжаем проводить рупы названием Sword and Souls Neversill. Ну что, как я говорил, давайте... Музей, кузница, обучение. Ну, я буду держать при себе эти деньги. Нет, я обучение, конечно же, вкачаю пока что все в обучение. Потом посмотрим, что да как. Ау, нет, и мне нужно улучшить лай... А так он дешево стоил. Дорого. Ладно, кузнец. Оружие дальнего боя. Авантюрист. Его зовут Борт. Здрасте. Надеюсь, деревянное оружие вам нравилось. Знаю, оно не идеально, но это только начало. Хорошо, у нас типа есть два варианта. Либо идти в оружие за точку. А, подожди, я же могу переключаться между оружиями. Так, ладно, что у нас в музее? День добрый. Добро пожаловать в мой... музей. Меня зовут Ток. Я фрактовый хранитель Ифтории, неведомо который пифали и вкатили приключений. Вроде ваф. Хотя в... последнее время всегда-то довольно спокойно. Но теперь вы тут. Если найдете что-то особенное, глупое, примечательное, достойное, я все выставлю. Я на ваф рафитве рафтве моя. Но это он, скорее всего, так говорит из-за зуба. Это типа рыбы, враги, достижения. И чё? Какая-то новая валюта. Ух ты ж, ё-моё, у нас даже умения тут есть. Баранья. Новичок. Минимальное необходимое снаряжение для самостоятельного путешествия. Авантюрист. Простой и практичный набор для сражений и исследований. Туземец. Сделанный из... Ага. То есть пока... Вот это чисто новичок. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 видов брони, оружия, всего. Хорошо, награды. Комбастом. Трофей. Характеристика игры. Мы сыграли 36 минут, карта пройдена 5,7. Довольно мало для игры, хотя, ну, выйдет серии 7, 8, 10, может даже. Тренировочный лагерь на 20% мы выполнили. Есть дом, наемник, питомцы есть. Хм, интересно. Подожди, а там еще дальше что-то было, я что? А, коллекция корон. Здесь у нас будут чисто все короны, и, как понимаю, будет их дохера. Дохера и много. Ой, давайте я сюда попозже зайду. Я хочу посмотреть, что это за рыбки. Открыть коллекцию. Коллекция рыб. Ясно. Окей. Что здесь у нас? Комар. К счастью, они недостаточно большие, чтобы гоблины могли их оседлать. Крот. Злостный маленький зверок, который может знатно вас отдубасить. Но это уже было. Подождите, я еще что-то пропустил, да? Вольфи. Наполовину лис, наполовину волк. Наполовину собака, на четверть кошка. Боец гоблин. Жаждущий существа. Готовый разграбить целый континент ради малейшей драгоценности. Боец гоблин, бугай гоблин. А я разве их встречал? Подождите. Туземец Шласан. Видимо, Неверсин был не так уж необитаемым. Да, все. А, а что тут так-то мало их? Ну, слушайте, разновидностей у врагов здесь не так уж много. Хотя я вижу постоянно, типа, каждый уровень, типа, новые враги. Ну, ладно. Окей. А дом? Где мой дом? Ой, не туда вошел. Я в таверну вошел немножко.
Кузница, дом. Тут это ли? Окей. А что за монетка? Потерянное дитя. Найдите потерянных детей, о которых так легко забыть. И заманили вечный вольер. Мана, тут даже призраки, ребят, есть. Заметки Маринета. Заметки для невнимательных учеников. Контратака. Блокируйте... А, все, ладно. Интересно, я должен их где-то здесь искать? Типа, на карте? Ну, по виду их там довольно много, слушайте, было. Тут довольно много тоже будет книг, как я понимаю. Тут есть сюжет, да? Я вот забыл. В принципе, игру ли нормально. Так, одного мы призрака ребенка нашли. Больше я ничего такого не вижу. Поэтому давайте посмотрим, что у меня в инвентаре. Сразу оденемся. Надеть лучшее, тут даже есть такое. Ха. Блокирование урона очень маленькое, но урон просто нереальный. Ну, слушайте, фиг его знает. Блокируемый урон имеется в виду... Сколько могу впитать, да, себя? 630... Да, скорее всего, да. Ладно, давайте смотреть, что у нас по умениям. Это уменьшение ходов. Заряды блока могу прокачать. Увеличит урон в ближнем бою при контратаке из блока. Увеличит максимальное количество зарядов уклонения. Золотая защита мне надо. Понимаю. Три хода. Ладно, и этот прокачаю. А, так я могу всегда сбрасывать. Да. Тогда не страшно. Что это за монетка? Я... Что? Что? Говори. А, открыть кассу. Доход от музея. Ваша доля. Трофеи. Трофеи. Аквариум пустой. 10. По 500 в день я буду получать. Интересненько, интересненько. Ну ладно, погнали на карту. Попытаемся докуда-то дойти. А, стоп, нет, нет, нет. Я же говорил, у нас сегодня тренировочный день. А это мы, значит, что делаем? Правильно, идем тренироваться на обучение. Так, деревянный. Ну, погнали пока что яблоки бить. Мне вот интересно, что имеется в виду под улучшенной прокачкой. Успел. Ау. А, блин, это нужно еще не сбив. Может, имеется в виду, мне за уровень просто дают побольше. Понимаете, херня в том, что я смотрел немножко про эту игру, да, вот откуда вообще узнал про нее.
Там челик просто за несколько минут защиты там имел около 4000, атаки довольно тоже много. Ух ты ж, ё-мо. Без ошибок прожить 23. Блин, на самом деле это не так уж сложно. Ладно. Но эти, смотрите, сюрикены, они довольно быстрые, да? То есть, скорее всего, дальше будет еще что-то быстрое и более незаметно. Скорее всего, это ножи. Фух, когда это дерево закончится? Так, улучшить характеристику мне надо. Я как вариант могу просто уходить. Так, мне дали какую-то удачу. Интересно, а если я хочу на 100% пройти? Я смотрел, в принципе, если проходить на 100%, ну, челик уже довольно далеко очень прокачался. Я не буду врать. И там просто такая жопа. Жопа в плане того, что... Да, это жестко. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Я, кажется, здесь все еще на деревянном, да, уровне. А, нихера. Вот я не знаю, я то есть сейчас немножко разбиваюсь на две части. Либо я могу вкачаться, как мне предлагают в... Ну, я имею в виду, куда мне тратить деньги. Немного тренировочный зал я улучшил, да? То есть мне лучше сейчас идти в прокачку других характеристик, а желательно это дальний бой... Потому что при уклонении я стреляю из лука. То есть мне это будет необходимо. Без ошибок. И вот эти, допустим, я не понимаю, что это такое? Какие-то листочки. Их можно тратить... У гриба, мистера Грибчика. Будем его называть так. Мистеру Грибчику мы, по идее, должны отдавать эту херь. Лавровые листики, да? Они, или как они так? Кли... Да, лавру, нет. Да, нет. Не помню. Ну что-то типа того. Я звездочку сломал. Манать. Тяжку. Блин. Ладно, давайте еще звезды получим. Мне кажется, тоже... А, нет. Только 17. Но защиту мне, смотрите, там довольно много дают.
Так, без ошибок, да? 21 секунду. Ладно, хорошо, что это является не ошибкой. Это довольно тоже легкое, в плане того, что я мог просто вращаться и даже попробовать херню. А ну-ка. Нет, он все равно пропускает. Ладно. Я, знаете, могу, в принципе, без записи вот так тренировки про... Комбо имеется в виду из звездочек, да? Да, комбо из звездочек имеется в виду. Главное не отвлекаться на иные вещи, тогда все будет намного проще. Так, улучшить мне надо и все. А главное звездочки не сломать. То мы с вами уже запрактиковались насчет этого. Ой, звездочку сломал. Так, получите 24 звезды. Но это легко, потому что я могу и урон получать. Подожди, а почему древо у меня не закончилось? Неужто я его уже прокачал? До каменного или что там? Всего 12 оружия, то есть здесь 12 этапов. Ну, сейчас очень долго идет прокачка. Просто невыносимо долгая. Наконец-то. Ладно, давайте этот ур... Без ошибок. Я устал тренировать защиту. О, лавровый листик. Ладно. Как раз сейчас посмотрим. Нет, я все еще на бронзовом ранге. Ладно. Ау. Ау. Блин. Вот это, мне кажется, будет самое... моим нелюбимым из всех. Да, я понимаю, что здесь... Ох ты ж, ё-моё. Это я вначале говорил, что мне будет сложно. Походу, вот здесь мне будет сложно. Ау. Ну, здесь на самом деле комбо зарабатывается довольно легко. Бля. Бля. Просто в последний момент главное все делать. И тут характеристика очень быстро прокачивается. Но, скорее всего, то, что у меня довольно маленький здесь еще уровень. Но мы сейчас с вами все-таки сходим в этот... Пофармим денег, потому что мне интересно даже самому, что у нас там дальше будет. Ай, просрался. Ладно. Я тоже здесь натренировался. Хватит.
20 минут, пускай 10 минут мы с вами пока повоюем там. Подожди. Духараль, где мы прибыли? Ух ты ж, ё-моё. О, сколько её. Ну чё, давайте посмотрим, что будет. Или... Монетки — это херня. Ну, сколько он дает именно, я имею в виду. Слушайте, то, что он мне предлагает... Открыть кассу. Вложить. Пускай. Моя касса хорошая. Пятерочка. Спокойненько. Я понял. Сейчас новый комплект. Так, авантюриста, да. Угу. Опа. Здрасте. Так, а теперь минуточку. Здесь мы не находили, да, ребенка? Есть утопленник. Ай-яй. Пошел парень поплавать с рыбками. Надо лук прокачать. Здесь ничего не видно. Четверка, да? Ну, давай, ладно, колдовство. Ох ты ж ё. Ух ты ж ё. А, без ошибок. Ну блин, стрельба из лука довольно сложно, потому что, мне кажется, потом будет довольно быстро стрелять. Не, на самом деле это очень интересно, типа... Ой... А, ошибка не является, если я промазал. Ошибка является только если я... Улучшение характеристик. Очень быстро здесь просто нужно стрелять. Здесь вот в этом минус.
Так как я быстро уровень прокачиваю, у меня сразу открывается следующее древо, как я понимаю. Так, задание выполнил. Ладно, давайте докачаюсь. Может быть, я в принципе даже прав. И каждое улучшение, типа, мне дает больше характеристик. То есть, если я дальше прокачаюсь, да, у меня улучшится количество получаемой хернетой. Ладно, неважно. Пойди, мне еще доход сейчас должны дать. Не буду забывать об этом. Так, 3 очка у меня есть. Не могу. Урон от контратак. Уклонение увеличен. Заряды лука. Пока что пускай так будет. Дальше. Как же много урона. Ну, фиг знает, фиг знает. Характеристики. Давайте я все буду в урона давать. Ну, типа, защита тоже. А хотя тут плюс еще и ХП. Он до 5000. Ладно, сойдет так. Так, у меня день уже прошел. Где мы? Ага. То есть я каждый раз буду, да, получать? Ну, блин, у нас сегодня серия этих тренировок, да, ребят? Тренировки, тренировки. Ну, хотя бы сюда вложу, ладно. Так, туземец. Сделан из раковины. Ага. 101! Оу, щит, мэн. Авантюрист, окей. Не, ну слушайте, если, в принципе, довольно много зарабатывать, тут довольно хорошая прокачка. Ладненько. Чем мы можем сделать? Мы можем посмотреть, что за обучение теперь у нас будет. Ну, то, что... Мышкой тоже. Уничтожайте мышей. Ух ты ж, ё. Чтобы вы понимали, я не вижу мышку. Я и есть этот огонек. Так, котики начинают драться. Хорошо, что я не маг. На самом деле, магом играть довольно легко во всех играх. Но мне нравятся берсерки. Даже не играя щитом, да, а именно вот играть на уклонение. Кто сможет сказать, а что тут типа сложного просто мышкой управлять? Дело в том, что огонек-то не такой уж управляемый. Вот в чем сложность. Но я думаю, если к этому всему приноровиться, то проблем вообще не будет.
Но как вы видите, прокачка довольно, да, быстрая из-за того, что я за одно действие все улучшается. Ладно, все. Хватит. Сложно. Огненный сал. Огненный сал, ребята, у нас. Ну, я что, сильно в тренировку ушел, у меня даже времени уже нету. Фу-фу-фу-фу. Ну, смотрите, у нас урон довольно хорошо повысился. Блокирование урона, ну... Такое. А что, у меня броня типа не помогает? Броня, 13%, блокирование урона, ладно. Окейушки. Пойдемте за нашей наличкой. Интересно, а если я просто игру оставлю, пускай она работает? И просто к челику приходите и забирать у него деньги. Как вариант. Так, у меня же бронзовый. А, серебряный. Серебряный надо. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Так, этих у меня нету, у меня есть 7 бачков. 7 бачков. Не вижу смысла. Сколько улучшения стоит? 3. Ну да, видите, теперь я буду... А, получение характеристик. Чё-то я ступил. Да, но потом золото будет, да, там медники всякие. Я могу, ну... Так, а как мне день продержаться? Ладно, погнали, один раз сбегаем. Посмотрим, на что мой челик способный. Невозможно. Ну, не забываем, как у нас урон. Так, висячие копья. Сходим, сходим, ваше невозможное. Для нас то, что невозможно, это возможно. Бой. Как и сказал, дышите ровно и стреляйте из лука. Нажимай Space. Понятно. Так, у меня получается теперь 3 блока есть и 2 ворота. Видите, типа я побеждаю это, и здесь сложность уменьшается. Типа мне предлагают идти по черепкам. Где меньше черепков, туда лучше идти. Музей, сейчас мы... Опыт, опыт. Да, здесь довольно тоже опыта так дают, нормально. Это все выпадает только из врагов. Так, у меня 7 золотых. На 7 золотых мы можем, во-первых, вложиться. У меня остается 2. А у кузнеца за 3. Ладненько, давайте тогда, думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.